кто думал, что Запорожье не пляжный город. А вы видели Варшаву? Смотрите, это пляж. Не спрашивайте, почему пляж с песком в 40 метрах от воды, и к воде при этом надо идти по каким-то осколкам шлакоблока. Ну, просто так сделано. В моем понимании должно быть, ну, хотя бы наоборот. Если уж не убирать шлакоблок, то хотя бы песок в воду должен уходить, а шлакоблок должен валяться где-то сзади. Внимание, вопрос. Есть пляж, но купаться на нем нельзя. Зачем он нужен? Польша вообще страна контрастов. Вот пляж есть, купаться нельзя. Ну и чё? Как? Что? Зачем он здесь? И вправду, это вопрос. Приехали на пляжик, как видите, очень чистенько, ну, сразу видно, здесь живут настоящие чистюли. Сейчас немножко отдохнем и опять куда-то пойдем.